Наконец-то закрыл свои 4 кокилов. Я как? Эпохальное событие, я закрыл 4К. А, то есть у тебя теперь будет 4 кокилов? 4 кокилов, да. Я теперь официально тот самый мудак-задрот. Который руинит всем катками, я даже 4004. За весь матч не попалось ни одного трикса. Ни одного. Котикс добыли. Да. Я дал крайне всратый кол, когда сказал, что нужно свалить из второй зоны. Вот этот тот момент, когда мы спрыгнули вниз. И они разрезались, можно было все просрать там в этом здании. Ну да, я смотрю, вы что-то блять назад побежали, я ничего не слышу. Ну, я там бы на самом деле не побежал, если бы я не смог загранать за ним. И... Ну просто пока ехал на это, на зипен наверх, я прям гранаты туда внутрь здания мог закинуть, я сразу пару туда прокинул. И он резнул по ультиму. В этом типа окей. Они еще и дохиляться успели. Ну, один был не дохилен, Валькирия была типа 2 шота. По 6. Блин, охренеть. То есть потенциально мы там с Владом и откиснуть могли? Давай на дальнюю. Окей, вообще без вариантов. Падаем куда или падаем. Не-не-не, все. Ты сказал, куда летим, мы не меняем курс. Ну вы не отцепились еще, мы можем 2-3 здания. На корабль еще. Не, мы вообще мы не все еще можем на корабль. Курсы. Нет, мы вообще не меняем курса, мы падаем просто кирпичом нахер вниз. Угу. Я вот тут здание возьму. Так. По звуку нихуя не понятно, у меня нету. У меня есть. Да. На Мозамбич. Там пусто все в здании, если что, сразу другой можете. Следующее. Мне здесь руки ловит. Блять, ни разу не попал по рыве. Я в бани кто-то попал. Не знал. Это возвращайся. Да, чё ж вы все фраги-то делаете? Да вы идут? До конца. Да, здесь по мясу. Я поднимаю. Я его почти уничтожил, там двое. Двери будут выбивать. Блять. Здесь миллион чуваков. Да, Влад, на крышу, на крышу! Срочно на крышу! Блять, здесь чел! Пиздим его, пиздим! У меня шот попал. Сзади нормально? Еще чел, к нам залетели. Это деф. А. Ну да, залетели, ты был прав. Деф на Феникс. У меня ровно 9 стрел, мне нужны патроны. Ноль. У тебя второе оружие есть? Нет. Понял. У тебя второе оружие есть? Здесь 2 сквада ваши, можно вниз сходить, полутать. Я там внизу еще открыл. Еще есть. Здесь двойка. Нок на ногу. Без брони? Без половины ебала? Без ебала. Отлично. Мне нужна его Ева. Забирай. Я взял свинчик. Ох, блядь, давай опять ебут. Сука, да. Действительно! Хуёвое место, плохой день. Плохой день, ужасный день! Да уходим наверх! Это по моему. Ёб твою мать! Что ж творится-то? Это парни на контроллерах. Люди! Они на контроллерах, видимо, они очень деревянно выглядят. Но просто там был пиздец. Ты пытаешься уйти, делаешь подкат, из-за этого ты врезаешься головой в этот. Из-за этого. Тут чел. Охуенно. Заебись. Нет, только союзники могут разорить сейчас. 2 чела. Пиздец. Блять, к тебе идут. Как он узнал? Он никак не узнал, он просто утал. Есть золотой нокаут. Они дурачки, но типа они... Есть 2 сторона! Там... 2 сторона! Блять! Ёбаный насрал. Пизду. Здесь со всех сторон враг. Открой дверь! Дверь эту. Хорошо, я вторую. Третья есть. Банка есть. Надо? Я уже ем ее, пофигу. Возьми большую, пригодится. Окей.
Да его сможем вообще хоть как-то забрать, интересно. А ты оптимист, я погляжу. Да. Че, на крышу сразу же, может быть? У меня есть лук, я хочу хотя бы раз приздануть кого-нибудь. Здесь смажется. Да. А там то, там челы. Можно пройти, можно пройти. Вот здесь вот прям был чел только что. Да, он ушел только что. Не спешу бы ты. Ко мне? У тебя сейчас будет. Подход пошел. Свич, свич на нем делай. Ну, пиздерей получил, было страшно. У него флетлайн. Надо тебе. Нет, там. У меня двойка. Мне пизда. Я кончился. Девы, убегай. Ладно, убегай. А, граната! Сучья дочь! Спасибо за меня, все. Дочь и суч. И дочь и суч тоже.